«Локомотив» уверенно победил магнитогорский «Металлург» на сборе в Германии 4-1. «Магнитка» играла практически в сильнейшем составе, но железнодорожники уже в первом периоде отправили в ворота Кошечкина 3 шайбы. Отличились Кронвал, Пашнин и Картаев. Почти через 20 минут чистого игрового времени Капустин, забив еще один гол, установил окончательный счет в матче. «Локомотив» завершил сбор в Германии победой над сильным соперником. А уже 26 февраля в Ярославле железнодорожники начнут борьбу за плей-офф чемпионата КХЛ. В Ярославле им будет противостоять автомобилист из Екатеринбурга.